Доброе утро, дорогие мои! Я благословляю вас во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Сегодня 21 недели и 3 день пророческое послание. И я хотел, чтобы вы знали, что вы очень ценны для Господа. Настолько ценны, что Бог решил отдать свою жизнь за каждого из вас. Это очень ценно, когда Бог стоит за тебя и готов сделать все, чтобы вы имели того, что у него есть. То есть, отдать свою собственную жизнь за нас с вами. Это очень ценно. Написано Римлянам, 8 глава, что Бог не пощадил Сына Своего. Другими словами, не пожалел Иисуса, но отдал его нам, чтобы мы не умирали грехи наши. Потому что грех требует смерти. Так написано, возмездие за грех – это смерть. Но дар Божий – это жизнь вечная. Бог приготовил для нас с вами дар, который Он хотел и Он хочет. И до тех пор Его план изменится, чтобы вы и я, мы имели эту жизнь прекрасную, которая извечная. Аллилуйя! Слава Богу! Я хочу сделать маленькое объявление или анонс. 19 по 21 декабря следующего месяца у нас будет последний ретрит года. Это будет третий ретрит. Это будет замечательно. Много ожидания, что Бог будет производить внутри нас и среди нас. Я уверен, что Бог приготовил для нас нечто особенное. Чуть попозже, не сегодня, я расскажу вам некоторые пророческие слова, которые Бог дал нам относительно этого ретрита. Потому что этот ретрит будет особенный. Для меня и для вас точно я знаю. Тема ретрита – шум с неба. Вы подумали хоть раз, что может же из неба прийти в вашу жизнь, так, чтобы благословение Божие будет сопровождать вас, и не только вас, но и детей детей твоих, и потомки твои, за многие годы и веки. Это то, что мы ожидаем. Не благословение, дай мне хлеб сегодня. Это будет, но то, что изменит и повлияет на судьбу вашу, это особый шум, шум с предназначением, шум, который меняет. Это не крик, это шум от Бога, когда Бог будет говорить в вашей жизни. Хорошо? Поэтому 19 по 21 сделай все возможное, все возможное. Это последний ретрит года. И вы не пожалеете. Заранее купите билет. Мы ждем вас. Войти в наш сайт. Семейный центр Евангелия. Зайдите в мероприятие. Там увидите анкеты. Зарегистрируйте. Не жди долго. Зарегистрируйте вовремя. И вам вовремя будет место. Да благословит Господь Бог. Аллилуйя. У Бога есть что-то для нас с вами. Сегодня мы говорим, продолжаем тему «Твое наследие уже приготовлено Господом». То есть Господь что-то заранее готовит для вас, прежде появления твои и моим. Бог что-то уже приготовил для вас. Так я знаю, что прежде тем, что сегодня мы с вами проснулись, Бог что-то приготовил для нас. Это день. Не только это день. Но в конце этой недели и до конца этого месяца Бог что-то приготовил для нас. Мы ничего не делали, мы ничего особо не прилагали, усилия, но Он от изобилия своей любви и милости заранее что-то приготовил для нас. Аллилуйя! Аллилуйя! Мы читаем Псалом 135 глава, 21 стих. «И отдал землю их в наследие, ибо вовек милость его». Когда мы читаем немножко сверх, псалмец пишет и дает понять, как благ Господь.
как Он один творит чудеса великие, как Он избавляет и как Он убирает из пути врагов своих детей. Он это делает, потому что Он дал обещание Аврааму заключить завет с ним, что Он благословит его, Он даст ему наследие, и наследие после Авраама перейдется его детям. И так Бог делал, когда вывел Израиль из Египта, проходя Черное море и проходя разные страны через Аморреев, и попросили, чтобы царь Аморреев Сигона и царь Васинской Ог должен давать им пройти, и не дали. Бог убрал их. Почему? Потому что для Бога важно, чтобы Его слово исполнилось. Поэтому Он не позволит, чтобы кто-то стоял на пути Его в исполнении Его обещания. Бог есть Бог Слова. И ни один человек не может остановить Его. Иисус сказал, все пройдет, но ни одно из Его слова, йота, не будет не исполнено. Аллилуйя, аллилуйя. Бог бодрствует на словам своим, чтобы они скорее исполняли. Поэтому никто не может остановить Бога, чтобы совершить того, что Он задумал. Вы знаете, Бог задумал нечто хорошее о вас. И никто не остановит его, ни сатана, ни бесов, и никто другой не может Бога остановить. Аллилуйя. Поэтому Он отдал землю Израилю в наследие. Бог отдал. Бог добрый, и Он тот, кто дает. Он не собирает, Он дает. Вы подумали, подумайте, дорогие мои, что бы вы хотели, чтобы Бог вам отдал сегодня? Иисус выразил такие прекрасные слова. Он сказал, Матфея 7 глава 7 стиха, Он говорит, просите, и дано будет вам. Ищите, и вы найдете. Стучите, и вам отворяют. И Он говорит, кто из вас, когда ваши дети просят вас, хлеб вы подаете им камень, или рыбы вы даете им змею? Кто из вас? И Он говорит, вы, будучи зли, умеете давать благие даяния детям вашим, тем более Отец ваш Небесный не дастся вам просимое от Него. Видите, категории наши и Божьи, они немножко отличаются, что мы бываем злыми, и все-таки мы способны давать благие даяния нашим детям. Тем более Бог, Он дает нам. Он не дает нам камень, когда мы просим хлеба. Он не дает нам змей, когда мы просим рыбы. Он не дает нам скорпионов, когда мы просим яйца. Он дает нам то, что полезно, и то, что есть благо для нас. Таков Бог у нас с вами. И когда мы говорим, что твое наследие уже приготовлено Господом, это значит, Бог заранее что-то придумал, что-то приготовил, что-то видел, которое будет полезно для вас и для меня. Аллилуйя. Но есть проблема. Проблема в том, что есть грех. Грех отнимает все доброе в жизни человека. Человек греховный. Написано, все согрешили и лишены славы Божьей. Грех отнял от человека славу Божью. То, что может его прославить. То, что может ему помогать, что же тебе может прославить, это то, что Бог может тебе давать. Это то, что дает тебе одержать победу. Слава приходит после победы. Это грех отнял от человека. Но Бог приготовит для нас наследие. Это победоносное наследие, чтобы мы победили греха во Христе Иисусе. Поэтому сегодня я хочу в это направление вместе с вами поговорить. Аллилуйя. То наследие, которое Бог дал нам в Сыне Своем. Я хочу, чтобы мы с вами обратились. Исайя 53 глава.
И мы прочитаем с первого стиха, несколько стихов. И вот что написано. Кто поверил слышанному от нас, и кому открылось мыться Господним, ибо Он сошел перед ним, как опреск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и не видели его, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен, умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презрен, а мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Мы думали, что он был поражаем и наказуем и уничижен Богом. Но он изъявлен был за грехи наши и мучен за беззаконие наши. Наказание мира нашего на нем, и ранами его мы исцелились. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Это то, что пророк Исаия видел много лет, скорее даже сотни лет до рождения Господа Иисуса Христа. И он говорил о нем, что же будет произойти. Аллилуйя. Что же буду произойти? И чем буду заниматься Иисус Христос? И как его буду принимать люди? Бог заранее предузнал. Бог заранее предопределил. Бог заранее что-то подготовил для тех, которые будут принимать Иисуса. И вот как один из его учеников сказал. 1 Петра 2 глава 24 стих. Он грехи наши сам вознес телом своим. Я повторяю, он грехи наши сам вознес телом своим на дерево, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его мы исцелили. Здесь очень интересно пишется Писание, что мы будем избавляться от грехов наших. Для чего? Чтобы начали жить для правды. Грех не дает или мешает людям жить для правды Божьей. Другими словами, грех препятствует людям наследовать Божие обетование, наследовать жизнь вечную, наследовать спасение, мир Божий, радость Божия. Грех не позволяет людям наследовать того, что Бог приготовил для нас. Но вы будете наследовать, потому что наследствие и наследие ваше давно готовлено Господом Иисусом. Он сам взял своим телом грехи наши и ранами его мы исцелили. Окей. Возвращаемся к Исаия, 53 глава. Первый вопрос, который пророк задает. Кто поверил слышанному от нас? И кому открылось мыться Господним? Кто поверит? Кто поверит? Кто поверит, что Бог что-то приготовит для него сегодня? Ты поверишь. Ты поверишь. И вопрос очень серьезный. Тому, кто верит, тому открывается мыться Господне. Что это значит? Крепкая рука Божья. Крепкая рука Божья откроется тому человеку. Что-то открывается. Рука помощи откроется для вас. Или могущество Господне, которое действует в жизни человека, рука Господня будет видна.
Или можно сказать, что вы получите поддержку от Бога. Кто поверит, что рука Божья поможет ему сегодня? Кто поверит, что могущественная сила Божья будет на вашей стороне? Кто поверит слышанному от нас, что Бог за тебя и не против тебя? Ты поверишь. Ты поверишь. И я уверен, что ты поверишь, что сила Божья не против тебя, а как раз за тебя. За, почему? Потому что из-за наследия, из-за завет, который Бог заключил с Авраамом, что вера его мнилась ему праведность, это завет вечный. И Господь есть Бог завета. Он не нарушает свой завет. Вы помните, Ной, который имел завет с Богом, знак завета была, что радуга. До тех пор мы видим радуга. И радуга дает нам послание, что это мы не будут по нас уничтожены потопом воды. Аллилуйя. Он заключил завет с Авраамом, что он даст ему наследие и детям его. И мы видим, как он отдал им. И не только дети по плоти, но дети по духу и по вере. И он отдал и вам также. И поэтому кто поверит, что рука Господня открывается для нас. Для чего? Когда его рука открывается, открывается в нашей жизни для перемены. Серьезные перемены. Для исцеления. И серьезное исцеление. Для избавления от грехов. И серьезное избавление. И для ответа на все остальные вопросы в нашей жизни. Чтобы мы могли жить для правды. Аллилуйя. Вы созданы для этого. Аллилуйя. И в связи с этим, я хочу, чтобы вы посмотрели один классический библейский пример. Евангелие от Марка, посмотрим 10 глава. Там я нашел друг друга по имени Вартимей, сын Тимеев. Когда мы читаем 46 стиха, вот что написано. Приходят в Иерихон, и когда выходил он, то есть Иисус, из Иерихона с учениками своим, и множество народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостини. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорит: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня». Иисус остановился, велел его позвать. Зовут слепого, говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал, пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, хочу мне прозрить». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И тот час прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Это удивительное послание. Возлюбленные, это место Писания говорит нам о том, что Иисус пришел вместо Иерихона со своими учениками, и за ним следовал множество народа. И когда вышел из Иерихона, по дороге сидит слепой человек по имени Вартимей, сын Тимеев. Вартимей услышал, что Иисус проходит. Как он услышал? Шум, разговор, возможно. И это шум и разговор дал ему понять, что у Бога есть что-то для него.
Он что-то знал об Иисусе. Он что-то знал, что если Иисус пройдет мимо него, он не пропустит его. Потому что у Иисуса есть что-то для него. Он должен наследовать что-то. И вот слепой сидит при дороге, торпит народ, миночество народ, и ученики Иисуса Христа плюс Иисус проходят. И услышал об этом, что тот, кто проходит, это Иисус Христос. Заметите, миночество народ, ученики, Иисус. Но он вычислил Иисуса. Во тьме не вычислил Петра, не вычислил Иоанна, не вычислил Филиппа, ни Матфея, ни Варфоломея, не вычислил никого из учеников, не вычислил кого-то среди миночества народа. Он вычислил того, которое он слышал о нем. Моя молитва, чтобы ты сегодня вычислил Господа Иисуса Христа для себя как главный и единственный Спаситель, который приготовил для вас спасение, который взял на себе наши немощи и понес наши болезни, и ранами его мы исцелили. Мы должны это слышать. Нам должен открываться, как вычислил Спаситель среди толпа, среди множества вождь, среди множества богов. Только один Господь Иисус есть единственный, который умер за тебя. Среди всех религий и вожди их надо вычислить одного Иисуса. Во тьме вычисли его. Откуда я знаю? Когда он услышал, его реакции, как он отреагировал на того, что он услышал, он начал кричать. Крик его, он ничего не видит, он слышит, и начал кричать. И крик его, в этом крике, это его отчаяние, это его глубокое желание завладеть свое наследие. Потому что он знает, что с Иисусом есть что-то, которое он может получить. И он начал кричать выше тона торпи, и начал кричать. Он не видит и кричит: Иисус, сын Давида. Теперь вы должны понять, что происходит. Он слепой, торпит народ, но он знал его имя, что это сын Давида. У него была информация. Он поверил, что когда сын Давида будет рядом, конец его проблем. И он не может позволить, чтобы мимо него прошло это благословение. Проходило это благословение. Поэтому его реакция была понятна. Он кричал: Иисус, сын Давида. Его тело – это Иисус. Его тело не торпа. Все, что торпа может давать ему, это милостыня. Его тело не ученики. Его тело – это Господь Иисус. Друзья мои, именно у Иисуса есть наследие для тебя. Именно у Иисуса есть то, что тебе нужно сегодня. Его цель не врачи. Его цель не люди, не цари, не богатые люди. Его цель – это Иисус. И он вычислил его как сын Давида, который должен ему что-то давать. И он кричал. В это время многие окружения то время не понимали, что он хочет. И написано, многие заставляли его молчать. Возможно, сегодня
Многие заставляют тебя молчать, выразить твое глубокое желание. Есть люди, которые говорят, чего ты так молишься, чего ты так рыдаешь, чего ты так за Богом идет, ты слишком громко ходишь за Бога, ты слишком громко молишься, ты слишком громко желаешь, все, что ты делаешь, слишком слышно, слишком громко. Эй, отчаяние во тьме не позволяет ему быть легкомысленным, холодным, теплым к самому себе. Его ситуации, ему надоело так жить. Ему надоело быть слепым. Ему надоело быть нищим. Ему надоело без работы. Ему надоело находиться на одном и том же положении и просить милостыню у людей. Ему надоело. Он устал от этой жизни. Он устал от такого вида жизни. И он знает, что есть лучше у Иисуса для него. Он вычислил Иисуса. Он вычислил Иисуса. И старпи, как сын Давида. Аллилуйя. Он не видит, но он вычислил. Он не видел лицо людей, но знал, что Иисус там. Вопрос. Кто поверил слышанному? Толпы шли с ним и не понимали, что у Иисуса есть для слепых, для глухих, для немых. Им просто было интересно за Иисусом идти и наблюдать за тем, что он делает. О, если бы они знали, каждый отчаянно вели себя как во тьме. Я побуждаю вас сделать то же. Его составляли мочи. Знаете, трудно составить веру молчать. Вера не молчит. Вера не скрывается. Вера открывается. Вера демонстрирует себя. Вера никогда не будет молчать. Аллилуйя. Вера во тьме говорит, эй, не молчи. Сколько не буду питаться, задавить тебе молчать, не теряй видение твое. Не бросай твою мечту. Люди говорят, зачем ты мечтаешь видеть? Зачем? Эта мечта тебе не надо. Не надо. Так мочи. Мочи же. Чего ты кричишь? Чего ты орешь? Нет, не позволи, чтобы кто-то закнул, извини меня за такую фразу, чтобы твоя мечта была в банке троллитровой. Нет, выходи из среды такие. Выходи из среды такие. Кричи. Твоя мечта скоро исполнится Христом. Наследие твое ты наследуешь. Никто другой не возьмет от тебя. Фатимей не согласился. Он решил поверить. Пророк спрашивает, кто поверит слышанному от нас? Что именно у Иисуса есть ответ для нас. Для перемен, для переменок, для исцеления, для избавления, для восстановления, для освобождения от всякой зависимости, для осуществления мечты. Аллилуйя! Аллилуйя! У Ватимея была мечта. И когда время пришло, аллилуйя, он не сдался. Он не позволил, чтобы общество придавливало и давили на него. Он не допустил это. Он вычислил Иисуса, как сын Давида. Потом Иисус звал его. Иисус услышал его, звал его. Он говорит, что ты хочешь? Он говорит, я хочу прозреть. Я хочу видеть. Хочу видение. Я хочу это. Это самое глубокое мое желание. Твое глубокое желание Иисус даст тебе. Не сдавайтесь. Кричи, сколько может. Другие говорят, не кричите. Знаете, мы иногда думаем, что мы должны быть Богом, указать, как Бог хочет нас слышать и так далее. И поэтому, когда кто-то кричит или кто-то что-то делает, не по нашему понятию,
Мы пытаемся задавить этого человека. Когда ты увидишь мать, которая слезами плачет и молится, не трогайте ее. Когда ты видишь отец, который молится и душой сердце рыдает, не говори мужчине не плачет, не говори это. Когда ты видишь ребенок плачет за родителей, плачет за свою жизнь, плачет, никогда не говори ему, зачем ты плачешь. За этими слезами есть причина, есть мечта, есть желание, есть это. За этой болью есть желание. Не хочу больше болеть, не хочу больше жить в этой проблеме болезни, не хочу иметь больше рака, не хочу иметь больше эти проблемы со с моим здоровьем. Мне надоело. Кричи же сегодня, Иисус, Сын Давида, помилуй меня. Твое наследие. Иногда приходится бороться за них. Иногда приходится кричать изнутри, отчаянно кричать. И это нормально. Потому что ты нуждаешься именно в этом. Это изменит вашу жизнь. Аллилуйя. И Господь есть. У него крепкие руки. У него сила достаточно помогать и стоять с тобой. Аллилуйя. Что же слышит во тьме? А ты что слышишь сегодня? Что ты слышишь сегодня? Прямо сейчас. Что ты слышишь в своем сердце? Вычислил ли ты сына Давида, как тот, кто даст ответ сегодня? Вычисляй. Вычисляй его сегодня. У него есть наследие. Он это уже приготовил. На кресте он умер за вас. Пророк сказал, он вознес грехи наши. Пьет пищи, сам в своем теле вознес грехи наши. И ранами его мы исцелились. До нашего рождения, до нашего появления в этом мире, он это уже сделал. Исцеление твое давно приготовлено. Спасение твое давно приготовлено. И все, что тебе нужно, поступать как во тьме. Реакции твои сегодня должен быть как во тьме. Верить. Вера. В этом крике во тьме был вера. Иисус сказал, вера твоя спасла тебя. Другими словами, во тьме не крича на людей. Это не был простой крик. Это была его молитва. Просто на повышенной тоне. Иисус, Сын Давида, помилуй меня. Сутный крик вера, которая была в этом крике. Жажда, которая была в этой молитве. Желание, которое было в этом. И о том, что я верю, ты есть тот, кому мне нужен. Ты тот, который даст мне ответ. И во тьме получил это. И ты получишь также. Вы меня слышите? Сегодня мы с вами вычисляем Иисуса как Сын Давида, в котором наше наследие. Он взял на себя. И в нем мы стали наследниками. Что же мы наследуем? Жизнь вечную. Его жизни. Его жизни. Я закончу с этими мыслями. Вы видели, что Иисус Христос, когда Он жил на земле, Он кого-то судил? Нет. Проклял? Нет. Выгонял? Нет. Издевался над кем-то? Нет. Ударил кого-то? Нет. Давал кому-то болезни? Нет. Давал кому-то сатане? Нет. Отдал кому-то сатане? Нет. Что-нибудь плохого творил? Нет. Он изменился. Он тот же сегодня.
именно этого Иисуса, я хочу, чтобы ты ему молился. Именно ему надо молиться. Именно у него есть ответ для нас с вами. Именно это Иисус есть тот, который есть сын Давида. Он не проклиняет, он не дает болезни, он убивает, он не разрушает жизнь, он строит жизнь, он дает жизнь вечную. Он берет от людей грехи их, когда они верят в него, он прощает их. Он берет на себе наши проблемы, болезни. А мы становимся свободными. Аллилуйя! Такому Иисусу служи. Такому Иисуса вычисляй. Дорогой Господь, я молю за мои братья и сестры. Во тьме узнал тебя. Мы узнали через пророка Исаия. Ты есть тот, чья рука достаточно сильна спасать нас. Ты это сделал на Голгофском кресте. Я молю, чтобы сила, которая воскресила тебя из мертвых и посадил тебя одесну Отца, чтобы исполнился пророческие слова. Я молю, чтобы эта сила прикоснулся каждого человека, который слышит меня сейчас. И то, в чем они нуждаются, я молю, чтобы сила милости твоей исполнила все. Ибо когда во тьме кричал и сказал, помилуй меня, милости твоей было достаточно благословения для восстановления его зрения. И ты сказал, вера твоя спасла тебя. Спасла тебя. Прямо сейчас, как твои дети молятся тебе, я молюсь, чтобы их вера дала ответ. Дал ответ. Как вера во тьме дала ответ. И ты скажешь им также, вера твоя спасла тебя. Во имя Иисуса Христа, я освобождаю твою силу Святого Духа для осуществления. Для них это наследие благословения. Во имя Иисуса Христа. Амин, амин, амин. Дорогие мои, ваша вера притягивает и вычисляет Христа. И я напомню вас, 19 по 21 трехдневный интенсивный ретрит у нас будет. Пушеводица, УЕЦ, семинар. Регистрируйте. Буду ждать вас. Шум с неба. Что-то из неба идет к вам. Да благослови Господь Бог. Увидимся в следующей неделе. С миром Божьим. Аллилуйя.